Всем привет! С вами Афоня ТВ, и сегодня у меня необычный эксперимент. Ну и на днях я познакомился с одной барышней, которая решила со мной встретиться. Привет. Привет. Андрей. Настя, очень приятно. Взаимно. Нехорошо, так у тебя есть жвачка? Нет. Конфетки нет? Можем заехать. Иди нахуй! Дурак какой-то, блядь. Ты не боишься, что не может? Ну, что? А чё мне бояться? Что-то меня... может быть плохо. Я никого не боюсь, детка. Да. Душно. Душновато, да. А у тебя попа подогрев на всю стоит, представляешь? Зачем? Не знаю. Я подумал, что странно, что-то как-то мне даже жарко стало. Два окошки открываем. Нет, давай закроем. Чё? Окошки. Чё? Ну, не знаю, как влияет на походу плохо на тебя, когда открыто. Ты всегда так есть? Ну вот просто люди идут. Мне нравится, когда они внимание обращают. И ты находишь это забавно? Ну да. А ты от чего удовольствие в жизни получаешь? Какой-то странный вопрос. Как, почему странно? Или... Ну, тебе что нравится? Вот этот вопрос. Не знаю, ну, что нравится? Есть ли какой-то... Секс, например, многим нравится. Ну да, нравится. Золотой дождь кому-то нравится. Золотой дождь? Ну, золотой дождь. Что такое? Ну, придешь, покупаешь домой. Когда? Золотой дождь? Да, золотой дождь. Бразерс. У меня наклейка Бразерс. Знаешь, что такое Бразерс? Нет. Ну, домой придешь с золотым дождем. Погуглишь. Да, походу, я прям развиваюсь. Резиночка какая-то. Да? Ой, извини. Если тебе плохо, давай поедем. Ой! Подожди! Меня нормально вроде полегчало. У меня сегодня будет секс! Ты чё орёшь? Ланенька, давай, пока. Давай. Пока. Пока-пока. Пока. Приятно давай. Было пообщаться. Мне прям это... Укачала немножко. Пока. Пока. Счастливо. Персик наливной сладкий. Привет, Дзержинск! Я так люблю приветствовать города новые. Это вообще не город, да? Поселочного типа. Прям город, да? Ну, еле-еле дотянул. Это им в новинку всем. Зачем ты это так делаешь? Да я так делаю? Да я не знаю, мне смешно просто. Вообще, мне кажется, я не полностью охватываю весь этот... Весь этот пир? Да, да. Да нормально. Держи! Я вискаря уже бухну. С дороги отойди. Нормально все. Под контролем. Ой, что, за нами ед? Нет. Показалось.
что, если что, я всегда с собой. Ствол. Нет, он железный, настоящий револьвер. Я шмалять буду, если меня кто-то... Прости. Курочка. Пирожки с капустой. И яичница. А к тебе в гости можно прийти будет? На чай, что ли? На чай? Я посрать хочу. А вот я хотел узнать, у вас заведение, оно как ресторан считается? У меня просто девушка ноет, не хочет идти, говорит, не ресторан. А я говорю, это ресторан. Вы громко переключили? Ну да. Вы мне скажите, это ресторан или нет? Если быстро обслужено, конечно, мы называем ресторан. Мы будем рады обслужить вашу даму. Так. И предложить ей вкусный кофе или коктейль. Но вот ресторан. Я ей говорю, ресторан, ресторан. Вы подтверждаете, да? Конечно, подтверждаю. Все, спасибо, до свидания. Ну и готовь лобик, детка. Она сказала сначала предприятие быстрого питания. Да ты потом нет, ну, конечно, за вопрос задал. Нет, нет, но она говорит, ну мы называемся рестораном. Больно будешь бить? Ну нормально, ёбну. Ну блин, ну если ты проиграл, я люблю. Ну, подожди, если я выиграю, я хочу отдачу получить. Можешь еще что-нибудь мне предложить? Подожди, сеть предприятий быстрого обслуживания. Мы сейчас заедем, спросим еще раз. А если там один и тот же человек? Ну, значит, еще раз. Нам нужны документы, да? Ребята, вот вопрос такой, а Макдональдс это ресторан? Ну, ресторан быстрый. Ну, ресторан. Быстро питание. По документам ресторан. Ну, да, она просто выебывает, короче, не хочет со мной в ресторан. Да едьте, я задержу. Правильно, все, ресторан. Ресторан, спасибо, ребят. Я всегда как бы считал, что Макдональдс это ресторан. И все мне говорили, что это ресторан. И всегда девушек я вожу в Макдональдс. В ресторан, то бишь. И говорю, чтобы еще оделись получше. Потому что иногда мы вообще не соответствует. В ресторан. Да. Макдональдс. Да. Шоколад. Вот. Ресторан. Все. Ты задаешь наводящий вопрос. Вот они отвечают. Ресторан, да, ресторан. А сейчас скажу, это общепит сраный. Они такие, да, это общепит вонючий. Ой, блин. Спасибо большое, это ресторан, блядь. Я не могу, мне смешно. Смотри. Я видел. Что это за ролл? Ты мне можешь объяснить, почему в ресторане подают вот такие вот роллы? Шурма еба. Все. Блин, в туалет захотел. Мне нельзя. Но я по-маленькому хочу. Можем по-маленькому? Можешь кофе допить, я туда схожу. Нет.
Да. Ай! Да. Знаешь, чем я больше всего убил? Ты забрался ко мне домой в туалет. Это просто предел наглости, по-моему. Подписывайся на мой канал и увидишь множество интересных и безумных свиданий с красавицами.